На чистой карельской воде замешала краски. Решила создать картину благополучия. Картина благополучия состоит из моей благодарности Вселенной, из моей духовности, из тепла. Тепла во всех его смыслах. Солнечного тепла, душевного тепла, тепла людей, которые меня окружают. Из такой вот роскоши. Радостных событий, из некой стабильности, я бы даже сказала, заземленности, ну, чтобы, возможно, у меня был дом. Опять же, изобилие, персиковое изобилие, чтобы было побольше фруктов и всевозможной зелени, здоровья. Зеленый цвет, он как бы такой свежести, чтобы все не застаивало. Lucky.